Площадь Революции – достопримечательности, транспортный узел исторического центра Самары. Еще недавно проезжие части тротуары были в изношенном состоянии. И вот новое покрытие на кольце и в пешеходной зоне. Здесь проведен комплексный дорожный ремонт. В 2015 году была выполнена основная часть работ. В 2016 завершена укладка тротуарной плитки на пересечении улиц Венцека и Куйбышева. Работы на всех стадиях проводились под жестким многоступенчатым контролем, в том числе лабораторным. Сейчас настало время принимать объект. Сделали, значит, щебеночное основание, вызывается куратор. Куратор показывает точки, выкапывает несколько точек, смотрит на фактическую ложную толщину слоя щебня. Следом укладывается прослойка из нетканого синтетического материала дорнит и укладывается песок толщиной 5 сантиметров. Также все это проверяется, выезжает куратор, смотрит. Протяженность отремонтированного участка улицы Венцека от улицы Максима Горького и чуть выше площади. В общей сложности заменили почти 7 тысяч квадратных метров покрытия. Согласно муниципальному контракту на комплексный ремонт выполнены все требования. И вот по поручению губернатора и главы города вместе со специалистами работу принимает и общественность. Теперь уже никто не хочет вспоминать разбитый красный асфальт советских времен. Местные жители стали относиться к площади по-другому, точно зная, что здесь проходит гостевой маршрут. Вот этого счастливого момента мы достаточно долго ждали, жители вот нашего района, я думаю, даже всего города, потому что многие приезжают сюда отдыхать. Ну вот, наконец-то отремонтировали. Сейчас приятно выйти, жители довольны. У нас очень активные жители достаточно. И надо отметить работу подрядчика, что во время диалога, во время производства работ, диалог с жителями, в общем-то, не прекращался. И все замечания, которые были со стороны общественности, со стороны жителей, со стороны администрации Самарского внутригородского района, все эти замечания были приняты в работу. Теперь осталось привести в порядок фасады зданий. Тогда площадь Революции будет выглядеть как центр европейской столицы. А между тем на соседней улице дорожные работы в самом разгаре. Улицу Степана Разина от Крупской до Льва Толстого строители должны сделать также в этом сезоне. Сейчас уже демонтировали старые покрытия, идут работы по установке бортового камня. Полностью работы должны быть завершены до 31 октября. Олег Зверев, Станислав Левин, «События».